Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. На ощупь прощупывается какая-то коробка. Сейчас распечатаем, посмотрим. Так, это у нас посылка с сайта GearBest. Это у нас беспроводная подзарядка. Вот так вот выглядит. Написано Magic Disc. Здесь у нас какие-то характеристики. Сейчас распечатаем и посмотрим, что у нас здесь. Инструкция. Написано, что подключать необходимо в 2 ампера сила тока должна быть. И инструкция, как использовать. И вот само зарядное устройство. Вот такое вот увесистое. Само по себе увесистое. Так, и у нас здесь еще идет кабель. Так, как видим, самого блока питания здесь нет. В принципе, зачем он? Да. Получается, еще блок питания нужен к этому всему. В общем, заказ был сделан на сайте GearBest. Стоимость я уже сейчас не вспомню. Ссылку приложу в описании. Доставка заняла, ну, если не ошибаюсь, где-то недели две. Приехала довольно-таки быстро. На этом все. Всем спасибо. Кому интересно, заходим на GearBest, заказываем. Всем пока.